берет, делает это комбо. Нет. Просто это во время удара происходит. И мне... Вот теперь она точно заметила. Блядь, успокойся, ты нахуй, она выживала, а тут, блядь. Да заебал эту спамить, блин. Вы освободили меня от моей оскверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Как бы по преданию, там, ну, вот этим мифам, они помогали людям. Воевать, вдохновлять, вот это все плюс. Надо почитать. Куда ты, в какой карман ты положил все это? Эй, кротс. Судьба Валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается Валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение.
Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Так, легендарный пронял. Вы начали выполнять легендарные позибы. Легендарные валькирии — это могущественные создания, которые можно встретить в тайных комнатах Одина, а также в других мирах. Победить их просто. Для этого вам потребуется особенное качество. Тихо, скорее. Чтобы узнать правду и легендарные награды. Ну, как бы правильнее будет не убить, убить тело. Уничтожить тело больше. Легендарный предмет. Шлем валькирии Кары. Он хранит следы духа. Все. Легендарный предмет чар увеличивает урон от всех атак в рукопашном бою. Ульту надо ставить, наверное. Даже рукопашный бой. Алская сталь. Легендарная сталь. Что легендарная сталь? Магический предмет талисман. Сечение миров. Следующих соседей улучшается увеличить. 2 секунды замедляют время. А, блядь.